внимание, вот вы не поверите, это общественный парк, а вот там олени, если не удастся подойти поближе, я их сниму. Дело в том, что здесь в экологии полный порядок, и в городской черте водятся олени, косули, скунсы, барсуки, еноты, индюшки, гуси. Сейчас попробую подойти поближе. Сейчас, боюсь, ребенок испугает их. Насколько мне удастся подойти, что вы увидели. Нимов тоже в прошлый раз здесь увидели. Они свободно пасутся, никто их не трогает. Вообще в Америке очень много оленей. Поголовье измеряется миллионами. Как в общественных парках, так и в заповедных зонах, где на них разрешена охота. Здесь на них охотиться строго запрещается, люди соблюдают этот закон. Во! Вот подскакали, подскакали. Вот это олени. Это олени. Где вот такой вот вы видели бы в Москве или в России? В обычном городском парке. Так, ну я больше подходить ближе не буду. Они боятся немножко. Вот, потому что молодые очень. Оставайтесь с нами, увидите много интересного.